взяли немножко воды, 70% калиевой селитры и 20% сахара. Ну, так было сказано в видеоролике, по которому мы делаем. Ну, мы взяли на глаз. Выливаем наши ингредиенты, калиевую селитру и сахар. О, горячо. Ага. Делаем все на газовой плитке, потому что электроплитки у нас нет. И нужно помешивать до превращения нашего раствора в прозрачную жидкость. Еще я покажу. Оно у нас превратилось в однородную массу и ложим наш фитиль и ждем, пока наш раствор загустеет. Вот такое у нас получилось топливо. Однородная масса. Вот это наполнитель для кошачьих унитазов. Унитазиков. Унитазиков, да. Вот что у нас получилось. Такая вот пылючка. Насыпаем 2 ложки наполнителя. И еще. И забиваем, трамбуем его хорошенько с помощью нашей трамбовки. Как-то не трамбуется, мне кажется. Или трамбуется? Трамбуется. Так, теперь засыпаем наше топливо и периодически тоже его трамбуем. Вот что у нас получилось. Это половинка ракеты, так сказать. То есть 3,5 ракеты. Шнур. Остатки селитры, которые попробуем сжечь. И вот такие вот газеты, пропитанные селитрой. Из них мы будем пробовать делать ракетницы маленькие с помощью газеты и фольги. Итак, проверяем, как работает наш фитиль. Очень классно. Смотрите, друзья.
Эй! Ну еще раз. Это что такое? За фитиль? Друзья, как же так? Что, он не горит? Нет. Горит, но не очень. Да какая-то волшебная зажигалка. Мой папа доходит до пальца, папа. Ай. Это не вообще. Эй! Итак, сверлим в центре отверстие для фитиля. Сверло у нас 5 миллиметров. Мы просверлили отверстие в центре нашей ракеты, смотрите какой, ну, максимально возможной глубины. Сейчас мы будем сюда вставлять наш фитиль. Вставляем до упора фитиль. Вставили фитиль и обрезаем его. Прикрепляем нашу ракету изолентой на ровную палочку. Так, лента какая-то.
Добавь. Все. Наша ракета готова к запуску. Мы пошли дальше. Мы пропитали нашим составом для фитиля, пропитали газетки. И теперь мы делаем ракетницы. Сворачиваем таким образом газету. Ну, вот так делаем фитиль. И закручиваем его в нашу газету. А теперь все это дело оборачиваем фольгой. Гигантская, конечно, ракета. Вот так мы ее обрежем. Заворачиваем. Теперь запрессовываем. То у нас просто сверху остался фитиль. Вот у нас получилась такая ракета. Здесь поджигаем и запускаем. Итак, у нас получились три такие замечательные ракеты, которые с вами мы будем запускать в открытый космос. Ванино потухло. Улетела, идем на поиски ракеты. Идем, я вижу ракету.
эта ракета живая. Трубка даже не лопнула, я думала, что она лопнет. Так это многоразовая получается ракета. Можно наполнить опять же тем же топливом и все. Ну, класс. Еще будет. Ну что, давайте отпахнем. Запускаем ручные ракетницы. Запускаем. Ой, рано. Рано, но дымовая завеса сгорела. Смотрим результат. Трава обгорела чуть. Бежим. Оно не взрывается, это газета. Ждем, ждем, ждем. Теперь вовремя будем. И... Тю, блин, опять. Опять рано. Что ж такое? Только сейчас. Видишь, оно не взрывается, оно просто горит. Ладно, еще раз. Да, оно должно... Я рано, я боюсь, я рано запускаю. И не надо позже. Хорошо. Все равно дымовая завеса получилась. Вот, получилось. Ждем. Надеемся на хороший результат. О! О, ну, получше, но все. Смотрим. Рядом с бутылкой. Ого, бутылка поплавилась. А, или нет. А ну-ка. Ну, чуть-чуть на бутылке след. Так, где наши еще ракеты? Вот еще. Еще где-то одна. Где-то еще одна. Ой, вот еще одна. А, нет, это не ракета. Ну, тут уже ничего не горит, нет? Так. Да. Идем, 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 отходим. Смотрим. Результат где? Совсем никакого результата пока что. И подойти нельзя. И подойти страшно. Вдруг взорвется. Пошел на разведку. И... Не будем доставать.
Вторая ей успешная, правда, невысоко, ну ладно. Ну да. Все? Это та, которая... Ого, аж подгорела трубка. Трубка подгорела. Где, вот ракета. Крышка осталась. Вот это какая-то. Она затухла. Прикол. Здравствуйте. Прикольно. Достать и поджечь заново. А ну. Да. Это у нас ракета наполовину заполненная топливом. Ожидаем уже не очень хорошего результата. Интересно, какая лучше полетит? С нормальным топливом или с хорошим? А за тот твой комментарий, что плохого результата, это было зря от него. Поэтому не получилось. Это тут ветер. Или нет? Вроде горит. Вроде горит. Бабах. Вот здесь основание, наверное, это сейчас затухло. А! Ашеха. Не получилось. Ну, две же взлетели, друзья. Ну, надо да. Просто их в следующий раз больше сделать. Больше двойную или тройную порцию, чтобы вообще... Чтобы не так подлетели. Это же надо. А тут целая. Вот наполнитель для кошачьих унитазов. Вещь. Да. А? Да. Ты снимаешь? Да. Остатки топлива и... Селитры. Да, и селитры. Из состава стиля мы подожжем в мангале. Ой. Это мы уместим. Не в мангале, мы отсюда возьмем уголек. Уголек? Как-то. Как-то. Как-то с помощью трубки. Берем горяченький. А, прям туда? Ох ты, ё-моё! Вот это дымовая завеса! Вот это класс! Ого, оно проплавило, по-моему, банку. Вот это фитиль у нас опасный, оказывается. Да, круто. Полыхает. Ну, нет, это супердымовая завеса. Поэтому этот рецепт можете использовать для дымовых завес. Так посмотрите, как сделать. И потом в банке подожжете. Там в доме особенно круто будет. Весь дом будет дыма. Ого, аж поплавилось. Аж поплавилось, да. Круто.